Доброго времени суток! С вами в эфире Ольга Азарова и телепроект «Люди-бренды». В ближайший час нам будет очень интересно и креативно, я думаю, потому что у нас в гостях самый модный, самый креативный художник современности Никас Сафронов. Здравствуйте, Никас. Спасибо. Вот такая вот была подача. На самом деле мне было очень тяжело определиться с титулами. У вас очень много титулов. Во-первых, самый модный художник, самый светский художник, придворный художник, даже самый, скажем так, пиар-художник. Какой вам титул больше нравится? Как вы себя спозиционируете? Оль, ну вообще ни один титул не подходит, понимаете? Говорите, сколько? Писали Казанова, так, чуть не дотянул до, знаете, до Феллини. Я был с Гафтом у Петра Штайна, Аристея, и она шла 7,5 часов. И когда закончился спектакль, Валя говорит, быстренько уходим. Ну, его вылавливает корреспондент, говорит, Валентин Иванович, скажите, пожалуйста, как вам спектакль? Он говорит, ничего, говорит, но час не дотянули до Феллини. Вот, до Дон Жуана не дотянуло немножко. Русские Дали. Это, знаете, такие ниши, в которые пытаются... Я знаю, что по рейтингу я известный художник, если не самый известный в России, но это как бы не определяет вот эти светский или там... другие эпитеты, которые тебе дают в процессе твоей известности. Как бы вы себя называли? Ну, просто художник. Просто художник. Ну да, да. Ну иногда это приятно, когда ты становишься наконец после там 4 лет мастер-класса и преподавания, тебе дают должность профессора там, или ты член кора, потом тебе дают академика, ты пишешь на визитке академик. Но потом ты понимаешь, что это не так важно уже. Важно, что ты что-то делаешь, хотя бренд получают разные люди. Мы знаем в истории и недавняя история с этими девушками, которые получают и даже зафиксировали свой бренд, чтобы их никто не использовал. Потому что, оказывается, это сулит огромные дивиденды. Какая-то женщина подала на этот бренд, но тут же там штрафные санкции пошли на нее. И там уже подсчитывают дивиденды, сколько они получат за этот бренд, чуть не полмиллиарда долларов, если не миллиард. За их раскрутку такую. Но этот бренд все равно высосан из пальца, он не имеет основания историчного. И если художник все-таки делает что-то в истории позитивное, это может быть... Я помню, читал Веласкес, когда написал автопортрет с королевской семьей, он там как художник пишет, зеркало такое выгнутое, и там король изображен, ну как бы в зеркале, как будто он стоит на том месте, где мы, зрители, стоим перед картиной. И через 25 лет он получил орден какой-то. Он выцеганил у короля на время картин, якобы подправить что-то там, трещину нашел, и вписал туда свой орден. И вошел в историю с этим орденом, хотя это не имеет совершенно для художника никакого значения, но дают, я не отказываюсь, кстати, я приглашаю, обозначаю. Ну вот наша программа называется «Люди-бренды». Да. Вы бренд? Я думаю, конечно, бренд. Выходила даже ульяновские водки. Сафронов, как говорили, там беги за Никасом, потому что было пиво Никас. И это тоже был бренд, и достаточно популярный. И дошло, что когда приезжал в Ульяновск, девочка показывает, мама, это дядя с бутылки. Я быстренько снял этот бренд. Но, правда, деньги шли на музей. И когда я еще к тому же знал, что музей не поступает, а один посредник забирает себе, вот. Ну и вообще подделывают бренды, и там копии делали, и там 18 или было 24 художника Никаса Сафронова на сайте, в интернете, а потом я убрал их, ну, появилось опять 18. Потом разное. Ну, одни рисуют по фотографиям, якобы живут, Никас живет в Америке, где-то в Лондоне. Кто-то девушек там кадрит, кто-то там еще что-то. Ну, во всяком случае, беседы ведет с кем-то, научные, философские.
Но это бренд, и люди хотят его иметь. Я сейчас подписал контракт на очень такую солидную сумму с одной компанией итальянско-турецкой, которая будет выпускать ткани с моими картинами, и они платят достаточно приличную сумму. Отлично, интересная тема. А мы сейчас посмотрим маленькую справочку, досье о бренде Никосе Сафронове. Я попрошу дать сюжет номер один. Нікас Сафронов – видатний сучасний російський художник. Однаково працює в багатьох жанрах. Саме він є творцем нового стилю в живописі, який називається Dream Vision. З його роботами більшість глядачів познайомились завдяки журнальним репродукціям. Тому основна частина картин художника знаходиться в приватних колекціях в Росії та за кордоном, а також в музеях Західної Європи та Америки. Сафронов писав портрети багатьох політичних і громадських діячів, зірок шоу-бізнесу. Колекціонерами куплена понад 800 робіт майстра. Серед власників такі зірки, як Софі Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, П'єр Карден, Монсеррат Кабальє та інші. Цьогорічна виставка майстра в Одесі вже друга за рахунком. В експозиції представлені обрані роботи, зібрані з різних музеїв світу та приватних колекцій. Вообще, наверное, быть художником – это такая приятная работа. Ни от кого не зависим, абсолютно свободен, делаешь, что хочешь, пишешь, кого хочешь, или как? Нет, нет. Любой человек социально зависим от всего, от обстановки. Он не должен просто владеть политику, не принимать ничью сторону. Я вот приезжал в Одессу, писал одного влиятельного здесь человека, но он поддерживал там, скажем, Юлю Тимошенко. И сегодня у него проблемы какие-то там. Поэтому художник должен быть вне политики. Я всегда говорю, что, ребята, я готов всем помогать, если эта программа такая социально полезная, там, против наркотиков, защиты животных, там, бездомных, неважно, собак или детей, брошенных на улицу, постройки храма. Пока мы сюда ехали, позвонил моей помощнице человек, он хочет построить Святой Анны какой-то монумент или храм, который будет выше статуи Свободы. У меня есть памятник, скажем, памятник маме, это церковь, часовни, которую я построил в Ульяновске. И вот он, наверное, будет просить денег, но если это интересно, я, может быть, и дам. Но главное, что вот надо быть в теме, нужно быть в этом человеческом вареве, но нельзя принимать чью-либо сторону, тем более, если она политическая. Художник должен быть все-таки вне политики в прямом смысле. Хотя дело касается каких-то концептов серьезных, то есть да или нет. У самураев есть правило, которое я прочитал в детстве: если мучаешься между смертью и жизнью, умри. Если занял деньги, у кого-то сделай себе харакири. Я не занимаю и не мучаюсь, если это касается страны, государства или даже моего президента, которого я сам выбирал, скажем, то я могу пойти на защиту, как тот медвежонок в Маугли, который сказал, что или там пантера сказал, за перевалом есть буйвол, а медведь такой сказал: я все-таки пойду за мальчика, помните это? Известный мультфильм. Но вот это такая критичная часть твоего отношения и твоя позиция государственная или человеческая. Но вне политики может быть только Маугли или может быть человек, который живет на острове, который вообще никто не посещает. И ты вот там как бы бананы падают, ты их ешь, обрабатываешь там какие-то деревянные. То есть в струе политики? Я не то, что в струе, нет, но все равно касается. Вот там вы подписали письмо в защиту президента, Радио Свободы там. И раз-раз подставили, что вроде уже и не так. Там тебя чуть не заставили. Потом вот происходит какое-то событие. Я все-таки имею свою точку зрения, имею свою политическую кредо, у меня есть свои взгляды, и есть друзья, которые придерживаются таким же взглядом, они очень известные. Могут быть и политики, и актеры, например. Я не выбираю, скажем, не участвую в программе Путина как выбор на его кампании, но я ездил в трех городах, участвовал вместе с Говорухиным на его выступлении.
Если можно, вот могу ли я просить абсолютно откровенном разговоре? Да, вот смотрите, политику хотела чуть позже спросить, ну ладно, давайте уже перейдем сразу к ней. Вот у вас много работ посвящено политикам, и вы сейчас прибыли с открытием галереи в Одессу именно в предполитический сезон. Связано ли ваше открытие галереи, выставки непосредственно с политическим сезоном? То есть планируете ли вы кого-то поддержать? Нет, политического ни в коем случае. Я приехал на День города. Я приехал в преддверии как бы вот этого великого события для этого города. Я, так как я люблю Одессу, то и организаторы предложили сделать это вот в рамках этого события. И я это сделал, но ни в коем случае. У меня есть, если это мой друг, понимаете, дружба – понятие круглосуточное. Если даже друг тонет, ты все равно с ним. Ты не брыкаешься, не отрекаешься, любя, как говорится, но я имею свою, свое мнение, свою позицию. И отношение к этому человеку, и оно мне может быть близко. Какие люди в политике украинской вам симпатичны? Кто вам нравится? Ну, могу сказать, что Азаров, премьер Украины. Я с ним беседовал, я делал его портрет даже. Вот. Я могу сказать, что Янукович мне близок и интересен. Он может быть харизматичен, он может быть такой, но он личность, понимаете. Мне интересен Лукашенко, как бы о нем ни говорили, но он личность. Я люблю вообще людей личностных и ярких, и таких последовательных, и как бы вот, которые делают свое дело добросовестно. Не всегда, может быть, угадывают, они не всегда делают точно, но то, что они стремятся, хотят, и, конечно, людей позитивных по отношению к своей стране. Неважно, Эквадор это или Украина, или тем более России, я, если вижу, что человек цельный и делает что-то на благо, например, мне было за Ельцина стыдно, понимаете, я ни в коем случае не выбирал его и стеснялся говорить, что я из России, когда он то пьяный был, то еще что-то творилось там, то он американские были агенты, что ли, в каждом институте сидели их люди и руководили нашей страной, второй срок он уже не правил. И мне это было неприятно. Говорили, нам надо отдаться, мы под Америку, мы как Африка и так далее. Это везде ходили. Сегодня это происходит с другими путями. Понимаете? Ваш политический выбор России, так понимаю, Владимир Путин. Да, я выбирал его и как бы я говорю, как любой гражданин, я шел и выбирал. Я видела на вашем сайте как раз очень интересную картину Путина, как написано, Владимир Путин в костюме времен Петра Первого. Да. Случайно ли так получилось, что он на коне в образе Петра Первого и такое же моложавое лицо юного Петра? Это вы подбирали образ или он хотел себя видеть в роли Петра Первого? Это не зависит ни от кого. Это ведь любой человек, который появляется на экране, он становится тебе интересен. Как сказал один человек, никто не интересуется, кто ищет миллион, но кто интересен, кто его нашел. Вот если человек нашел и появляется, Мадонна, например, она в виде бабочки, в виде Мадонны. Была смешная ситуация, когда ее купили, а потом принесли назад, говорит, а что у вас там сзади Мадонна? Я говорю, это певица Мадонна. А вы что думали? Говорит, мы думали Матвиенко, мы же из Питера. Вот. Но в разных как бы... Ну вот у Путина кто выбирал образ Петра Первого? Нет, ну я, конечно. Да нет, он и знать не знал об этом. Как он отреагировал? Нормально, он ко мне относится, слава богу, хорошо, и мы не дружим, мы не такие вот, чтобы Вась-Вась. Что с картиной, она у вас еще? Нет, ее приобрел какой-то человек, коллекционер. Вы знаете, я написал когда-то Медведеву, когда он пришел, в виде такого английского дожа. Вот такого. Личность. Да. И приехал, и показали об этом BBC, и приехал человек из Китая и купил ее. Я говорю, зачем вам наш президент? Он говорит, ну, во-первых, это красиво, во-вторых, пригодится. Что он с этим сделал, я не знаю. Покупают совершенно люди неожиданные. Потом ты узнаешь, что они попали как бы к адепту. Иногда я узнаю, что они не попали, хотя я надеялся, что они отдадут героя. Но не всегда так бывает. Вот.
Но все же, знаете, вот очень важна философия выбора здесь. Вот мне очень интересно, почему вы выбираете именно такой образ. Например, Путин, Петр I, у вас Мадонна в образе монашки, ну, тоже очень хороший. Ди Каприо в роли Рафаэля, по-моему, да? Ди Каприо просто в роли исторического такого персонажа. Пугачева в роли Арлекино. Ей очень нравится. Вообще всем нравится. Люди, которые обладают вкусом, обладают как бы юмором, они принимают это очень с удовольствием. У них часто я пишу портрет реальный, человек позирует, все. А потом я изучаю старых мастеров, у меня много есть как бы набросков, эскизов, подготовительного материала, я вписываю лица этих героев. Но чувствую, что это соответствует тому или иному периоду. И дарю обычно какие-то праздники на дни рождения, и у человека появляется вот его еще портрет, но немножко другой. Это как, ну, не шарж, конечно, а это такой взгляд через призму истории в костюме того или иного исторического персонажа, и человек становится другим. Я, например, родил своего отца, он последние годы жил в деревне, такой крестьянин был, хотя он родился в Ульяновске, из рода священников, был военный, но много лет уже работал и даже работал пастухом, много уже окрестьянился. И я нарисовал в виде дожи. Но был очень мудрым человеком. Он говорит, натерпитесь вот с этим Горбачевым. Как только он пришел, Власин, да, будет вам тяжело с этим Ельциным. Он все знал наперед, понимаете? Вот такая глубина, сенсуальность, чувственность, восприятие. Тебя обидели. Ты можешь обидеть, ты любил, ты можешь заставить любить других. То есть ты знаешь рычаги движения. Вот. И у него это набиралось, видно, с годами опыт. И я нарисовал в виде дожи. Итальянская. Это такой, знаете, мудрец, такой пазолиновский или рембрандтовский герой, такой с глубокой такой какой-то вот взглядом. Ну вот как бы костюм иногда преображает человека и дает ему новую жизнь, что ли, новый взгляд на него через вот эту сторону. Понимаете, вот мы встречаем же по одежде, смотришь, такой вот какой-то непонятный, сам Пазолини, кстати, Паоло, выглядел как крестьянин, но какие фильмы делал, гениальные, понимаете, и они были немножко порочные, были такие странные, но они были профессиональные, великие. Поэтому я иногда даю зрителю другое отношение к этому персонажу, герою истории. Вот. История, это тоже политика, тоже история. Это вот как раз очень интересно. Вот картина о личности, это и есть своего рода живой предмет. Например, у вас тот же Высоцкий, тоже монах. Монах, да, францисканец, реплика на Эль Греко, вот его как бы. Здесь двояко. Давно, до Кати Рождественской, у меня совершенно это шло независимо от ни от кого, хотя я потом просматривал альбомы западные, это было и в Англии кто-то делал так фотографические такие композиции, но у меня это живописные, они выбираются случайно или наоборот, я думаю, это посмотреть под другим углом. Я, как вы изобразили Азарова? Я безошибочно, я его не трогал, пока он такой чисто в костюме. Нет, он замечательный человек, кстати, очень глубокий. Вы знаете, людей иногда не знают. Они смотрят как бы даже не по поступкам, а по секундным каким-то вариациям. Человек же зависим, он в команде, он не всегда может проявить себя. И ему не дают как бы возможностей нет таких. Дали бы Путину, может быть, была бы другая история. Дали бы там еще какому-то человеку свободу. Он, может быть, все и разрушил, а может быть, наоборот, создал. А так как вот его дергают со всех сторон, и он не всегда может справиться, цели бывают ужасно благородные, но они не всегда заканчиваются так, как он хотел бы по-настоящему внутри и в своем как бы порыве. Поэтому тут есть свои перспективы. Но я предлагаю человеку взглянуть на него вот так. Но я, знаете, могу сказать, как профессионал, скажем, в живописи, надеюсь, я всегда знаю, вот когда я просматриваю актеров, героя какого-нибудь фильма, там, неважно, пусть это будет Зощенко или это будет
Гоголь, какой-нибудь роман или Толстого, я вижу, что это вот невозможно. Нельзя, чтобы Остап был, там, Меньшиков, например, там какой-то другой актер был вот этим героем, Есениным там, или Пушкиным. Ну, никак невозможно, понимаете? Ты представляешь, но ты читаешь Пушкина, ты, вот когда я работаю, я вливаюсь в этот сюжет, в эту историю, я как бы сливаюсь воедино. Если я пишу какой-то пейзаж, я работаю вначале как ремесленник, ну там сажусь в 11-12 ночи, а потом в 3-4 вдруг все меняется. Я растворяюсь с картины, я вхожу в нее, я гуляю по этой картине, и я знаю, что за этим лесом река, в этой реке водится какая-то рыба там, а за это и так далее, и так далее. И это мне помогает сблизиться с природой вещей, тех, которых я изображаю. И, конечно, когда я пишу портрет, я или читая о ком-то, я читаю между строк, ну там о Пушкине, импульсивный, ревнивый, цельный, даже похабный, но в то же время великий, гениальный, понимаете? И когда играет не личность, такой вот человек, недоедающий хлеба в детстве, понимаете? Но это тоже не повод. Он может быть королем, он может быть гениальным руководителем. Я уверен, что, может быть, и Македонский недоедал. Но вся жизнь должна быть посвящена. И его горение либо в этой ситуации должно отделенное от всех. Он как бы такой не от мира сего, живущий вот в этих помойках. Все равно он лидер. Ему не дали возможность, он не состоялся. Но вот появился шанс, и он взял вот этих оборванцев и пошел там, как Делакруа, вот эта в Париже женщина полуобнаженная двигается вперед. Вот это, наверное, и есть как бы внутренний мир того человека. Вот я всегда мечтал о готике, я обожал готику. Я в детстве в 4 года нашел камень гипсовый, я вырезал готический замок. Потом случайно, а может быть не случайно, встретил в школьной библиотеке озорные рассказы Бальзака. Это еще тогда было невозможно читать, это, ну скажем, эротические рассказы. Но в оформлении Густава Доре, я влюбился в Густава Доре. Я рисовал на партах, замки и прочее. Потом я случайно в лесу в Шотландии нашел какой-то замок, развалин, полуразвальный. Я его приобрел, даже не заходя в него. Сумма настолько была, ну скажем, смехотворная. Я его приобрел и больше никогда там не был, уже лет там 15. И только случайно, и не случайно, приходит девушка снимать обо мне фильм. И говорит, а вы знаете, я 1,5 года назад была у Тонино Гуэра, и там был кардинал из Ватикана. И у него, он сказал, вы знаете, у вас есть русский художник известный, что его род идет от кантабрийских монахов, которые в 16 веке уехали в Москву, в России пропагандируют католицизм в 16 веке, но сами приняли православие и остались там. И я вспоминаю, что у нас всегда стояла мой род по отцу священники в 1668 году. Артемий Сафронов приехал в некую местность по приглашению Хитрова, основателя, скажем, Симбирска, осветил на семи холмах, и местность назвали «Семь холмов в Симбирском» для моего деда, который репрессировали. И я вспоминаю, что у нас лежал какой-то портрет, все время на чердаке валялся. Ну, папа его бережно как-то очень к нему трепетно относился. И я поехал в деревню в эту, нашел на чердаке этот портрет, отдал реставраторам и увидел моего старшего брата Сашу, кантабрийский монах 16 века. Я думаю, вот почему. Подсознательная тяга, мы отошли немножко от темы, но подсознательно внутри в человеке горит это, живет. Понимаете? Может быть, аборигены, может быть, его полководцы. Но в крови так много, и вдруг они начинают пробуждаться и начинают закипать. Понимаете? И вот этот человек вроде должен быть ученый, а он становится преступником. И наоборот. Вот этот там совершенно человек никчемный, а вдруг он становится героем. И в какой-то момент проявляет какие-то движения, как Александр Матросов врет на себе, как бы, и лезет на амбразуру, рубашку лезет на амбразуру и спасает, скажем, какой-то свой взвод там своих друзей. Вот это, наверное, геройство. Хотя я встречал женщину, говорю, Сашка-то, да он вор был, все время воровал что-то в этом, он в интернате жил, я как раз в Ульяновске в свое время жил, и вот эта женщина была его воспитательницей. Это было в 70-х, начале годах или в 60-х. Вот.
А вот оказался героем, понимаете, вор не вор, столько сделал полезного для как бы войны. Видите, сколько много историй в вашей жизни тоже. И вот я читала вашу биографию, у вас отец чуваш, мама литовка, да, а вы себя кем чувствуете? То, что вы читали, это все неправильно. Мой отец православный священник, 12 поколений, и я, как вам сказал, из Кантаберийских. Это пишут там, я был в Мордове, по-моему, да, в Саранске. А у вас есть? Я говорю, ну, у меня бабушка финка, в общем, наверное, есть. Они уже вписали меня в святцы. Я не делал, кстати, в Мордове, ни в этом чуваши никаких выставок, и это для меня открытие. Ну, наверное, я дружил с Федоровым, знаком вот Николаем, сейчас он министр у нас. Ну, наверное, так, потому что это происходит. Литовцы говорят, что я литовец, финны почему-то хотят меня сделать гражданином Финляндии, потому что у меня бабушка финка. Когда ты известна, тебя хотят все как Ленина, понимаете? Ты можешь быть тем. А вот буквально вчера я давал интервью, есть у вас украинская кровь? Возможно. Они говорят, мы так и запишем, вы украинец. Ну, пожалуйста. Так что мне удивительно, что кто-то мне в другой передаче, в другой стране, в другом городе скажет, а вот мы знаем, что у вас украинские корни. Давайте находить правду. То, что мама вам сильно помогала в жизни, и первая выставка ваша произошла в Вильнюсе, это правда? Ну, опять неправда. Где вы читаете? Что вы читаете? Википедия? Да нет, там все чушь собачья, понимаете? Если я говорю, там есть 24 Никаса Сафронова, и показывают иногда картины, которые я не имею никакого к ним отношения, выдавая за мои. Рассказы и вам правда. Моя мама литовка с полуфинской кровью, то есть ее бабушка была финка. Они имели мельницу, ее в 40-х годах в семью отправили в Сибирь. Мой папа был военный, он уехал на Сахалин, так как его отца репрессировали. И на Сахалине они и познакомились. Он поженился на ней, и в 47-м он воевал с японцами, привез ее в свой город Ульяновск. Я родился в бараке, который построили немцы в начале. А потом мы переехали в другой, там, финский домик. Но мама, не видя, что там кроме кирхи, которая стала каким-то там складом, она приняла православие. Мне было 5 лет, когда она сказала, сынок, я завтра иду принимать православие. Вот, она католичка, она стала православной женщиной. Она была очень верующей женщиной. Я в 16 лет, но мы все жили своей жизнью. Там, кто-то уезжал в Петербург, в Ленинград поступать, кто-то еще куда-то. Мы все были предоставлены самим себе. В 16 лет я уехал в Одессу. Поступил в мореходку. Вот. После Одессы я, естественно, навещал родителей. Я уехал в Ростов-на-Дону, где со второго курса ушел в армию. И вот когда я уж был в армии, мама не стала. Мне было тогда 19 лет. Понимаете? И, 19 или 20 лет, наверное, 20 лет уже. Вот все. Когда я вернулся с армии в Ростов-на-Дону, я подумал, я же маму так плохо знаю, ее культуру. Я помню, в детстве меня привезли туда, в литовскую какую-то деревню, как меня взяли в баню женщины после покоса, какие формы красивые такие женские. Я помню какие-то такие впечатления яркие, но очень редкостные. Я поехал в Поневежество, откуда она родом, она из-под Поневежества, но я приехал в Поневежество, устроился в театр, я имел опыт в этом деле. Я работал в ТЮЗе в Ростове-на-Дону художником. И я устроился к Банионису в театр художником. Параллельно подрабатывал на льном комбинате художником по тканям. Потом узнал, что есть русская группа в Вильнюсе. И поступил в художественный институт вильнюсский. С 4-го курса я ушел. Вот. Но уже в Поневежье я сделал выставку персональную, потом я делал в Вильнюсе выставку, потом я переехал в Москву. Уже стал делать в Москве выставки, вначале в каких-то кинотеатрах, это были 80-е годы. Потом появились музеи, галереи и так далее. А потом в 84-м году я переехал в Москву, и уже стал работать на Западе.
работать и изучать технику старых мастеров. Приехал я, чтобы поехать в Загорск изучить иконопись. И стал продавать параллельно и решил остаться в Москве. А вот моя биография. Мама помогла мне тем, что меня родила. Я вообще не понимаю, когда родители говорят, ну, некрасиво, нелестно. Я этого не понимаю. Родители всегда боги, какие бы они ни были. От алкоголиков до, скажем, ну, преступников. Но для не тебя, для как бы сына или дочери, родители всегда боги. И вот эти споры, они абсурдны сами по себе, хотя бы потому, что ты получил от них жизнь, имеешь право страдать, любить, наслаждаться, радоваться, огорчаться. Это все дали тебе родители, как отец и мать. Конечно, мать не обсуждается вообще. С отцом еще можно, там кто-то спорит, иногда ты думаешь, ну, может быть, он прав, но на самом деле это тоже неправильно. Я не обсуждаю, никто никогда мне не помогал, ни женщины. Я читал о себе, что какая-то у него любовница в Кремле, она его там тащит, какие-то там у него связи там еще с кем-то там, он с какими-то актрисами западными спит, и они там... Все это такая чушь собачья. Вот опять этот бренд. Когда ты известный, понимаете, никто не интересуется тем, кто ищет миллион, но всем интересен, кто его нашел. И анекдоты придумают, которые я читал про других совершенно художников, чуть ли не Леонардо да Винчи. Ну и так далее. Все это привязывается, создается некий такой симбиоз. И более того, он тоже, в общем-то, такой вот занимает свою нишу, но она не твердая, она такая, скажем, плавающая. Читаешь о Босхе. Босх был, ну, никакой. Его не принимали. И смеялись над тем королем, который приобретал его. Считали, что он шаржист, карикатурист, что есть какой-то несерьезный человек, всякую глупость рисует. Когда он ушел, чтобы упрекнуть кого-то, сейчас упрекают Киркоровым, а то будешь Киркоровым тогда, если не будешь пить, то тогда упрекали Босхом. Вот ты как этот странный дурачок Босх и так далее. И было много это лет вот нарицательным. И вдруг в 20 веке начали изучать Босха, и оказался он гений, супергений. То есть это такая историческая, мощная, непонятый человек. Вот. И тоже было с Бахом, ну какой-то там был музыкант. Потом оказался гений, как и с Моцартом и так далее. Поэтому время только решает, определяет и дает тебе фундамент. Но есть такая как бы вещь, что человек при жизни, заставивший говорить о себе, он возможность имеет остаться в истории вечности. Диоген лазил бочку, как мы знаем, эпатировал, хотя каждый второй был философ. Никто не будет заниматься, когда начинает лукавить, что вот, когда я умру, тогда меня... Да никто, ты не интересен, понимаете, никому. Это огромное, я даю 20 интервью в неделю. Это огромная работа на протяжении многих лет. Я еще не обольщаюсь, понимаете, что там меня знают или там кто-то любит, не любит. Рассказать о себе. Дело в том, что это огромный процесс. И он, либо это программа государственная, когда немцы посчитали, что у них кранах, Босх, ну, в общем, не так много, не Босх, а Дюрер. И они решили найти художника и нашли в местечке Грюнвальд мастера. Стали искать по монастырям, церквям его работы. И ввели в него миллионы марок. И действительно вошел в сотни художников под именем Грюнвальд, даже не знали его имя. Но это государство программа, если учесть, что в Москве только 275 тысяч художников, то я не думаю, кто-то ими будет заниматься, особенно после их смерти. Ну, поэтому это и интересно изучать бренд Никаса Сафронова, потому что человек сделал себя сам. У нас есть маленький сюжет о вашем друге детства. Не бойтесь. У нас есть сюжет от вашего друга юности, который говорит о ваших качествах. Интересно посмотреть? Давайте посмотрим. Во-первых, значит, Никас вот всегда у него был еще, кроме того, что он великолепный художник, он трудяга, да, у него всегда была такая коммерческая жилка, да, вот мы когда служили в армию, там что-то грехота, и там достаточно скудная пища. Хотя мы служили в спецвойсках, у нас был там дополнительный паёк, который выражался в банке консервов, там куски масла и, допустим, там какой-нибудь там, не знаю, там мне что-то, паштет какой-то давали.
А вот Никас же умудрился там, значит, я сработал, и он, значит, приходит ко мне как-то раз, говорит: «Юр, рыбу хочешь?» Тащит такую здоровую тарелку. Я говорю: «О, притащу». Говорит: «Да». Он говорит: «А я на картину поменял». То есть, что тогда уже его искусство, уже его кормило в прямом смысле этого слова, да? Такой у нас магазин, букинист напротив детского мира. Там стоял памятник первопечатнику Федору. Там собирались все фарцовщики, спекулянты книгами, антикварными, там, передовыми изданиями. И вот я достал как раз эти книги, которые были мало кому-то известны. Я решил: «Давай заработаем с тобой». Говорю: «А как?» Говорю: «Ну, значит, так как меня здесь все знают, да, то мне неудобно приходить продавать эти книги. Давай ты вот выйдешь». А он такой был, значит, тогда был так хиппи, он такой, у него были длинные волосы, как сейчас, ремешочком перетянутые, значит, кожаным, джинсы, длинный свитер, такая супка, пастушья, знаете, такая модная была. Вот, я говорю: «Давай, ты вот здесь вот вставай», говорю, «да». И, значит, вроде как продаешь книжки эти. Я подбегу, и, значит, для того, чтобы цену эту создать, будем с тобой торговаться. Потом я скажу, что у меня нет денег, я сейчас убегу. И зная, что если я убежал, значит, наверное, есть какой-то интерес, и будут люди, и ее перекупят. Ну, так и получилось. Вот мы также там на книжке, которая стоила 5 рублей, заработали 20. Ну что, коммерческий успех у вас с юности, правда? Знаете, ну, я, когда учился в институте, не хватало денег. Я продал выставку одну, и у меня было около 3000 рублей. 2850 рублей. Да, 81 год, 82 год. А я устал жить в общежитиях, снимать квартиры, я подумал, вот квартиру бы иметь. Но я понял, что пройдет много лет, чтобы я заработал на квартиру. И я занялся тогда спекуляцией. Я поехал в Польшу, привозил джинсы, фарцовка, так скажем, более мягко. Сейчас это бизнес официальный, и занимается, по-моему, полстраны, и вашей, и нашей. Но тогда это было запрещено. Но вот я заработал себе на квартиру в течение полгода 15 тысяч рублей. Понимаете, 8 месяцев где-то я работал, я купил квартиру, но снова вернулся в искусство, потому что я уже знал, что я художник, я вас не увидел, как я хожу по галерее, где висят мои картины, которые в реальности я еще не написал. Я, приехав в Москву, встретился с моим армейским товарищем Юрой, мы поддерживали много лет, он потом уезжал в Сибирь, и вот он, видно, вспомнил какую-то историю, которую я, кстати, забыл. Но редко кто вообще из творческих людей, редко кто из творческих людей вообще бывает, служит в армии, а вы в спецвойсках? Какие-то были спецвойска? Войска, это ракетные войска особого назначения, но я, в принципе, пошел отдать долг Родине. У меня такое было патриотическое воспитание. Сейчас, наоборот, все пытаются куда-то увильнуть. Да. Нет, я пошел, я бросил второй курс. И сказал: «Я хочу служить в армии». Особенно к нам, к соседке, вернее, ходил такой парень, вот, такой ниже пояса, ниже последней пуговицы ремешок, такой сапоги такие гармошкой. И мне это нравилось. Вот, такой же образ был. Я узнал, что ВВС наземная, средняя полоса России. И я понял, что это не так легко, наверное, попасть еще таким детским юношеским умом. Я пришел в военкомат, он говорит: «Ну какой ты? Ну ладно, вот оформишь нам тут красный уголок, военкомат, творческий, ты же художник, да, ну, и мы тебя». И вот я прихожу на призывной пункт, я все лето проработал, не пошел весной из-за этого, а пошел осенью. И оказывается, куда-то меня в ракетные войска, правда, обозначали это как артиллерия, такие два масла называли мы, две пушки. И я говорю: «А как так? Я же это...» «Да ладно», говорит салага, «молчи, нас просто в какой-то тамбур загнали и повезли». Я был очень недоволен, меня тогда очень сильно обидели. Потом в армии тоже была история, что узнали, что я художник, и тут же дембельский альбом. Вначале я в охотку стал оформлять, особенно украинцам, кстати, из деревень, которые обязательно должны были в деревне привезти дембельский альбом. И ефрейтором быть, и дембельский альбом. Ну, вот. Но в какой-то момент мне это стало надоедать, когда уже там 10-й альбом, я уже не хочу, а им надо скоро вот-вот, они будут призываться. Я стал бунтовать. А они говорят: «Ты, салага». И там стали меня как бы чуть не в туалет со щеткой. Я объявил просто голодовку и сказал: «Все, я служить тогда не буду. В такой армии я служить не хочу».
Ну, потом все, слава Богу, обошлось. Я получил даже 2 грамоты, отслужил. И вот Юра рассказывает один из эпизодов нашей армейской жизни. Но все мужчины, которые нас сейчас слушают, одобрительно кивают, потому что служить в армии творческому человеку – это очень... Вы знаете, очень сложно. Это просто действительно сложно. Во-первых, сама ситуация, я был очень спортивным. Вот эта ситуация режима. Вот здесь я в Одессе не сплю уже 3 сутки, скажем. Мне не дают там полчаса, часик в машине. Но это все равно мое. Это ваша амбиция? Я потом могу проспать 12 часов, и я как-то поспал так. И парикмахер говорит: «Ник, вы ботокс себе там сделали? А почему такая кожа у вас прям молодая?» А я говорю: «Ну нет, конечно, просто поспал». Но тем не менее, вот когда в армии этот режим, рота, подъем, ночью какой-то идиот, офицер, начинает гонять вокруг казарм. А это вот его там что-то с женой поссорился. Либо ситуация, что нужно на службу идти, а ты только-только пришел. И вот ритм вот сбитый по порядку. У меня такой есть родственник, друг Николай Николаевич Дроздов. Мы, кстати, родственники по линии священников, по нашим предкам. И еще кумовья. Он мой крестил моего сына и его внука. Вот он засыпает везде. Вот мы едем в машине, раз, Дроздов спит. Я сплю, сейчас анекдот расскажу. И вот он все время в таком ритме живет. Вся жизнь у него вот как у курицы, где как бы на шесток встал, там заснул. Ну, нужно, как говорится, опасность. Вот тоже, ну, я вижу, курица просыпается, а Дроздов просыпается. Так как он часто был в джунглях, и, наверное, ему приходилось всегда быть на острие ножа и чувствовать всегда опасность. Никас, ну вы вообще очень такой редкий художник. Обычно привыкли считать, художник должен быть голодным, бедным, несчастным, чтобы у него муза появлялась. Ну, как обычно у нас такое представление. Вы богат, уверен в себе, известен. Когда вообще пришла известность? Вы его сами сделали себе? Когда это началось? Вы знаете, ну, во-первых, не уверен в себе. Начнем с того, не уверен в себе и не очень думаю, что вот да. Все время недоволен своими работами, недоволен, что-то я не так сделал, не так сказал. Вот я уйду после передачи, буду думать, вот я не так сказал, надо было вот это, вот тут это, но уже прошло это. Эфир и так далее. Художник должен быть действительно голодным, но голодный до работы, голодный до вот, ну, творчества, что ли, но ни в коем случае не просто голодный. Он не должен жить, как свинья с утра до ночи. Понятно, что он не должен быть такой вот. Хотя это тоже может быть, понимаете? Мы знаем художники слова, такие как Крылов, обожал поесть, Мопассан обожал поесть, но ничего это не мешало им работать. Это какое-то такое превратное представление художнику признают после смерти, он должен быть голодным, бедным. Как может быть Веласкес бедным, понимаете? Или Леонардо да Винчи, или Микеланджело, или Рафаэль. Все, кто вошел в историю искусства, нашей как бы истории, истории нашей жизни, как бы средних веков и настоящих, они все были богатые, их искали, им заказывали, их просили. За ними стояла очередь, они поднимали цены. Ну, говорят, ну вот Рембрандта, да Рембрандт был один из самых богатых людей в Амстердаме. Он еще и женился удачно, у него был 4-этажный дом. Просто в конце жизни он вложил деньги в тюльпаны, попал в МММ, и, ну, там тоже был какой-то такой жулик, который всем объяснил, что вот типа тюльпаны это очень хорошо. И он вложил последний, уже был слеп, уже плохо видел, думал вернуть былое, как бы, былое богатство, не получилось. И разорился, его выкинули из дома. Вот. Но это редкие случаи, совершенно редкие случаи. Художник должен быть обеспеченным за свою работу, он должен быть востребован. Бывают случаи, как с Ван Гогом, когда вот так вот, но он тоже был не бедным. Его брат Винсент помогал ему, Теодор, простите, который был очень богатым бизнесменом. И когда он давал много ему денег, он их тратил на женщин легкого поведения или на абсент с друзьями. Потом он ограничивал, но не был ни в коем случае бедным. Ему не нужны были просто деньги. Он жил как при коммунизме, как живут сегодня мои братья и сестра. Всех, кому помогаю, ничего не делают, а у них всегда все есть. Ну, я их тоже так не очень сильно. Никас, основные ваши техники письма, насколько я изучила, это символизм и сюрреализм. И вы очень любите Дали, как я знаю, это правда? И у вас даже есть картина «Дали и я». Да. Вот если можно, вот очень интересно, я тоже очень люблю творчество Дали. Что для вас Дали? Что он вам дает? Какую энергетику, какую информацию? Почему Дали?
Дали говорил, что совершенствуйтесь, вы никогда не достигнете вершины, но хотя бы приблизитесь. И это тоже очень, очень для меня было важно. Я ездил, изучал старых мастеров, я говорил по всей Европе. Потом Дали был такой креативный. Он как бы делал объект не таким, как его видят другие, а немножко под другим ракурсом. И это создавало новый взгляд на ту же вещь. Он как бы искажал формы, но при этом делал это настолько профессионально. И вот для меня Дали, ну, когда нас учили, вот это только так и только так, и нельзя ни в коем случае менять. Скажем, вот такой реализм, как говорили мы тогда, кандовый, вот такой вот официальный. А Дали говорит, да нет, все это условно. Главное быть профессионалом. И поэтому мне Дали близок уже из-за этого. Но когда в 90-х я много работал на Западе, 80-х, в 90-х я стал работать в Москве, мне стали причислять вот русские Дали. Ну, как-то надо было в какую-то нишу меня засунуть. И я написал картину «Двое», как бы, где, ребята, я вот такой небольшой, говорю. Вы отодвигаетесь от него? Я не Дали. Успокойтесь. Но Дали вот он, большой, черный, но уже черно-белый. А я на развитие. Вот это такой был как бы ответ Чемберлена. Но ни в коем случае он не является моим самым любимым художником. У меня есть несколько других художников. Это Тернер, английский художник, который я обожаю. Это Каро, это Гварди, итальянский художник. Это вот Дюрер, Ван Эйк и так далее. Они более для меня близки, более... И, конечно, Питер Брейгель, который я очень обожаю, люблю за его фрагментарность, за эту вот такую миниатюрность, но при этом целый мир изображенный через это вот, как бы, через эти краски, через его форму. Никас, вы в то же время считаетесь одним из таких серьезных меценатов, который сам инвестирует очень много средств в искусство и в религию. Да, и вот я знаю, что вы построили храм в честь своей мамы. Ну, у нас есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Давайте. Да, он очень верующий человек. Например, в родном городе Ульяновске, и не только, он построил церковь, он назвал ее именем своей мамы. Он помогает до сих пор. И только благодаря ему этот храм сейчас разрастается. И я, ну, представляете, ну, я, например, горжусь тем, что вот, проезжая мимо этой церкви, я знаю, что она от и до построена на деньги Никаса Степановича. И он помогает, начиная от того, что отправляет многих детей за границу, если им нужны очень сложные операции. Он помогает детским домам, и он, ну, как он говорит, что нужно отдавать десятую часть всего того, что ты заработал. У вас такая явная потребность в милосердии. Вы знаете, ну вот я как-то в детстве, нам мама сказала, когда вырастете, заработаете 3 копейки, одну отдайте на благотворительность, заработав даже 3 копейки. Я отдаю даже не десятую, а может быть даже половину. Но десятую – это уже святое. Это всегда было десятина. Вот. Но память матери, что можно построить? Можно построить на кладбище памятник огромный. А можно построить церковь, куда будут ходить люди. И просто назвать в честь ее святой Анны. Она была Анна Мария. Еще желание есть построить Марию. Вот. Ну, по католическим каким-то канонам. Я считаю, что это каждый человек, который зарабатывает, должен делиться. Вот это как бумеранг, запускаешь добро, и тебе возвращается добро. Может быть, я и состоялся благодаря тому, что я с детства помогал и участвовал во всех таких акциях. Я встречался с Папой Римским в 90-м году, это мы участвовали против дистрофии в Африке. Я встречался с Бушем, младшим, он только что пришел, Чак Норрис устраивал против наркотиков в Америке. Вот, ну просто для меня это не важно, какая страна. Важно, что она делает позитивного. Я вот с удовольствием собрал команду там против спасения Байкала, которым там выливается огромная вот эта гадость такая. И как-то надо донести, что ли. Ну, нельзя заработать всех денег, понимаете? И политиков надо как-то... Потому что есть такая притча, достаточно древняя. Один врач спас сына шаха, и тот говорит, я тебя хочу отблагодарить.
Он говорит, мне ничего не надо, я выполнил свой долг, только ты меня обидишь, это мой первенец, наследник, я должен тебя по-шахски отблагодарить. Он говорит, ну хорошо, вот тебе Тейка говорит, когда поставим на ровные весы, как она только перевесит вашими дарами, мне будет достаточно. Ну обижаешь, говорит, ну ты сам решил. Снимает кольцо, бросает на одном месте тебе Тейка, он два кольца, все кольца, цепи сбрасывает, все на одном месте. В визере, а ну-ка давайте, те сбрасывает. Несут мешок золота, уже второй тащит. Он говорит, я не могу понять, что за чудо, говорит шах. Тюбетейка-то маленькая. Врач говорит, тюбетейка-то маленькая, но под ней глаз, а он не насытен. Вот человеку жажда, понимаете, неважно, там засоряет, кому-то будет плохо. Я приезжаю в Австрию, иду к послу российскому, а там стоят какие-то люди, австрийцы, что-то по-немецки там вот кричат с какими-то бомбами нарисованными. Я думаю, точно что-то происходит в России. И спрашиваю, а что там за люди? Он говорит, а, да они против ядерных отходов из Австрии в Россию, в Сибирь. Какой-то там олигарх, имеет там 15-20 депутатов, которые проголосовали, а депутат каждый, если ему вкладывает $1 млн, он должен прийти минимум 100 этому олигарху. И он отрабатывает, как бы на побегушках такой, зачастую бывает человек, наемный, отрабатывает за то, что у него жизнь стала лучше, он приехал в свое город маленького провинциального в Москве, уже квартира, машина, сигналка. И, конечно, никто не хочет уезжать назад. И они работают как бы в поте лица, голосуют за него хотя бы, чтобы вот эти ядерные отходы, например, закопать в Сибирь. Понимаете? А австрийцы, понимая эту глупость или там какие-то нормальные цивилизованные страны, против этого. Они против там уничтожения Чернобыля, там, против там Сибири ядерных закапываний отходов. Но тем не важно это, понимаете? Вот настолько не важно. У него в Швейцарии дом, в Лондоне там в центре дом. Все время пишут, ах, вот у него там это. Но все равно все возвращается сюда. Потому что генная память, понимаете, твои дети, внуки захотят приехать, а уже нет Украины, нет уже России, нет уже, там уже живут какие-то племена, какие-то там другие нации и так далее. Вот что обидно. И когда даже нас ссорят, это делается по глупости, потому что рассорив нас даже, украинцев, белорусов, неважно, они ничего хорошего не получат. Они-то думают, что они придут сейчас. А на самом деле, как в Иране, в Ираке, вернее, уходя, этот Саддам в первую очередь поджег все нефтяные вышки, сказал, не мне, никому, пусть этот мир взорвется. А какой-нибудь идиот обиженный, понимаете, имея атомную бомбу, взорвет эту землю и все. Вот нужно все-таки мирно существовать и заниматься в первую очередь воспитанием. И воспитание – это пример ярких людей и одиозных, неважно. Главное, чтобы людей, которые показывают своим примером, как надо жить. И я вот своими маленькими как бы благотворительными акциями, ну вот живу так и говорю, ребят, ну это я такой, вот и вам надо присоединиться. И иногда люди говорят, слушай, ты был прав, вот я охотился, а теперь я не хочу убивать животных. Я говорю, ребята, не убивайте их, им и так тяжело там, они выживают, а людей все больше, уже 7 миллиардов, через 5 лет уже будет 11 миллиардов. Их и так там вот, и еще он бедный покупает ружье снайперское за 700 тысяч, мне один хвастался, тысяч долларов, а прицеливается, выстрел, оказывается, это не медвежат, как он хотел, а это оказались еноты. Тоже жалко, я этого не понимаю. Я бы запретил рыбалку, охоту всякие вот эти показывать фильмы, и запретил бы вообще на охоту, табу поставил. А вот нужно кого-то убить, у них это жажда изнутри. Так иди охоться за педофилами, за какими-то негодяями, насильниками в лесу. Тоже интересно, понимаете, таким быть Шерлок Холмсом, выловить, как он ходит, по каким тропам, этот зверь, который насилует детей и так далее. Вот это, наверное, полезно было бы. Нет, он едет в Африку. Нам тоже было тяжело, рассказывает один известный русский режиссер, как он убивал слона. Мы там 3 ночи не спали, поэтому это тоже жесткая такая ведь ситуация. И потом слона убивает, индейцы его добивают там и так далее.
африканские эти, как бы люди, охотники. Ну и что? Он положил ногу на слона или на этого носорога, и все. И еще снял фильм за 10 тысяч, один мой приятель. 3 года ждал, чтобы убить носорога. Молодого уже носорога. Второй его друг заплатили там 300 тысяч евро. Я говорю, ну мы же Африке помогли. Он говорит, мы же им деньги дали. Вот сейчас я убью, видите, вот у него 3-4 складка, я сейчас попаду. Он сейчас скочит, ты увидишь сейчас это в кадре. Ну его добьют африканцы. И вот он поставил ногу. Ну что это такое? И он больной, богатый, серьезный, умный, пишет книги. Но больной вот с какой-то червячинкой червоточиной, который вот поедает кого-то убить. То есть ваш способ... Убить себе надо зверя. Вот, да. Я вспомнил хорошее выражение. Ваш способ как раз повышения духовности России, да, вы на сайте пишете, моя мечта вернуть России статус духовной державы. Наверное, то, что вы рассказали, это и есть ваш способ. Да, пример собственный и просвещение. Да. Спасибо большое. А у меня такой вот вопрос тоже интересный. Так как мы говорим о символизме тоже сегодня, в этом году вам исполняется 56 лет. Вы 56-го года. Не видите ли в этом какой-то символизм? И какую работу о себе свой автор портрет? Вы бы нарисовали на этом этапе своей жизни? Да, я даже умолчу, что это 50 будет 7, но так как вы все время что-то путаете, мне это приятное путание. Если бы мне сказали, знаете, один такой человек делится своим товарищем, скажите, пожалуйста, вот, что вы думаете, мне уже 73, а у меня девушка молодая, ей только 28, а ничего, вот, у меня больше шансов будет, чтобы она свое сердце отдала мне, если я скажу, что мне 55. Тот говорит, да у вас еще больше шансов будет, если вы скажете, что там 89. Понимаете, ну... Какой бы это был автопортрет, если вот сейчас? Какой вот сейчас Ника Сафронов? Я пишу постоянно автопортреты. Это анализ. Я сижу перед зеркалом, усталый, замученный, задерганный, такой, знаете, или вальяжность сигары. Здесь зависит от настроения. Я когда пишу образ человеческий, я делаю 2-3 сеанса, чтобы понять его концепцию, его объемную личность. Я уберу морщины, если они лишние, или оставлю их. Я уж не говорю там о прыщах или каких-то подбородках, которые временно, или мешки, которые вот условно завтра поспал и вдруг раз выглядит прекрасно. Поэтому я создаю образ и как бы пишу ангела-хранителя для этого человека. Но он 100% доподлинный и подходит тому герою, и человеку нравится, и окружение узнает. Вот его характер, который, может быть, мало кто знает. Как вам заказать портрет? Как вам заказать портрет? Вот я хочу, например, свой портрет. Как вам заказать портрет? Куда обратиться? Знаете, это один украинец поймал золотую рыбку, богатый новый украинец, говорит, хочу, чтобы у меня было все. Она говорит, у тебя уже было все. Уплыла. Вот закажите, да еще позвонить. Есть сайт, есть какие-то помощники, есть какие-то люди, которые занимаются. Ну, можно напрямую позвонить и сказать, Никос. Мне кажется, была история тоже человек из Харькова, написал на мой сайт. И секретарь говорит, Никос, вот такое приятное для вас, наверное, письмо. Хочу портрет, пишет человек с Украины. А деньги не имеют значения. Говорит, интересно, давайте. Я звоню ему, он говорит, 5000. Я говорю, у меня рама дороже долларов, 5000. Он говорит, тогда 3. Я говорю, что 3-то, я не могу понять. Ну, 3 мне заплатите. Я говорю, как заплатить? Я вам заплачу? Он говорит, да, но вам же натурщики нужны. Я говорю, ну, хорошо, говорю я, а портрет тогда куда мы денем? Ну, надеюсь, вы мне отдадите. Я же все-таки мучился, позировал. Кстати, вот меня тоже интересовал вопрос. Все-таки знаменитости. Такой у вас арсенал знаменитостей в портретах. Как они позируют? Что выделяют столько времени, чтобы попозировать? 100%. Мадонна позировала? 100%. Ди Каприо? Ди Каприо нет. Я могу сказать, Ди Каприо не позировал, но у меня и его нет, он в серии «Река времени». А Мадонна позировала? Мадонна, конечно, позировала, да. Но дело в том, что когда мне кто-то интересен на сегодняшнем этапе жизни, вот я познакомился с Джеком Николсоном. Это было там в начале 90-х годах. Мы идем с одним из Украины, кстати. Вот, наш человек. Вот, еврей по национальности, живущий в Нью-Йорке. Мой товарищ старинный. Мы идем по Нью-Йорку. Он говорит, кстати, вот здесь Джек Николсон, у него офис.
А у меня книга тогда первая вышла, не очень удачная, кстати. Я говорю, слушай, у тебя есть книга? Он говорит, есть. Я говорю, давай ему подарим. Он такой наивный. А он говорит, да давай, давай. Мы заходим, там какие-то помощники, секретари. Я говорю, можно вот Джеку передать альбом? Ну, хотелось бы, чтобы он нас принял. Он говорит, вы что, с ума сошли? Да у него на 3 года все по секундам расписано. Я ему передам книгу, ну вы идите, говорит эта женщина, секретарь. Я говорю, ну можно мы все-таки посидим, подождем? Она такая очень довольная такая, да, ушла. Ой, не уходите, он сейчас минут через 10-15 вас примет. Здесь прошло минут там 20-30, не помню. Я говорю, Джек, вы знаете, что вы гений? Он говорит, Никас, это правда. Не могу с этим спорить. Но и вы не последний, иначе бы я не нашел время для вас. Никас, сейчас будет очень интересная ситуация. У нас не будет 2-3 сеанса, конечно. Но если позволите, сейчас художником буду я. И мы попробуем нарисовать очень короткий, беглый, но такой душевный, откровенный портрет Никаса Сафронова. Я буду задавать вопросы, а вы попытайтесь на них коротко и точно отвечать. Давайте. Моя родина. Земля. Земля. Гений. Согласен. Мама. Мама, святая женщина. Своему сыну я передам. Сенсуальность. Это чувственность. Я еще не сделал. Не построил 100 храмов. Ника, сколько вам нужно для счастья? 3 копейки. Счастье – это улыбка и радость своих близких. Ваш враг. Время. Вы терпеть не можете. Подлость, предательство. Вы счастливы когда? Счастлив, что я с вами сижу в одной студии. Черное – это? Это ненависть. Красное. Это солнце. Белое. Белое небо. Сердце. А любовь. Хорошо и тепло, когда? Когда все здоровы. Моя мечта. Вернуть духовный статус России и быть вот таким пилигримом в духовности мира. Быть. Всегда. С нами был Никас Сафронов. Такого. И с вами была телепрограмма «Люди-бренды» и я, Ольга Азарова. Увидимся. До свидания.